Всем привет, с вами Ярослав. И да, и как вы помните, в прошлой серии... И давайте сейчас сразимся. Как вы помните, мы дошли вчера до эпизода 2. Сейчас давайте пройдем эпизод 4. Ой, эпизод 3 там было. Интересно, зачем они поставили? Хотя это понятно. Блин, дождь. Ой. Музычка. Музычка какая-то страшная. И сразу прям холодно стало из-за этого дождя. А, блин. Хотя бы, что, в этой игре нет же логики. Броня Карай все-таки и заржавея, и его тоже. Ну, его мечи тоже. И ее лезвие. Ну, уже давайте домочим этого синего. Стоп. Скажите реально, он просто мог на него напрыгнуть и сожрать. Он бы стал левела больше. Ладно, мы уже волна 2. На 3. Теперь я настоящий клановца. Фут. Клан нога. Все, вы назвали себя клан Лекс. А не фут. А то клан нога это как-то странно. Что-то мы все мажем. А, это из-за дождя. Ничего не видно. Вот мы уже замочили его. И давайте домочим его. Разрезав ему. А, не домочили. Почему-то у горы самое мало хп сносит. Ой-ой-ой-ой, жечки. Карай плохо. Все, она выбралась из этого плена. Все, третья волна. С этим чуваком. На этого самого первого. Четвертый ловила против пятого. Ой, четвертого и четвертого. Хиллос. Аля-баля. Бабас. Прикольно. Ну давайте уже по-серьезному. Чё? Почему он это сделал? Давайте уже добьем его. Используем удар щупалец. Ну, интересно, зачем тут нога? А, да. Он сначала бьет мечами, а потом ногой. И, кстати, смотрите, чё я поранился дома. Это прикольно. Ну, давайте уже добьем. Как говорится. Давайте. Дабац! Да. Он даже ни разу не атаковал. Он просто под... Дан-дан-дан. О, пятый новый уровень. Вырос. Да! Новый уровень? Тут еще и золотой будет. Ужас. Давайте возьмем с собой эту девицу. А вот этот робот. Блин, девица закрыта. Вот мне этого с самого начала, блин, предлагали. А, вот, кого мы получим, если выиграем. Тут вообще кого-то получить невозможно. Это вообще какой-то странный. А ты кто такой? О, мини-кошка! Замороженная кошка!
Да. Прокачать. Нейтрализатор. А, вот, я теперь запомню, что его Джастин зовут. Рай. Леонардо. Эдвардо. И Джастин. Ой, он вообще даже в камеру не влезает, Джастин. Вау. Джастин, ты меня удивил. Задание. Давайте уже в бой. Давайте уже вторую главу в этой серии закончим. Интересно, почему это Джастин не говорит. Ой, теперь летающий еще будет сражаться. Тац! Шустрела! Они много сносят. Давайте добьем его своими щупальцами. А нет. Ладно, Карай, убей его. Короче, пофиг. Та-дац! Бац! Та-да-да-та-да! Давайте уже добьем его ударом Карай. После этого ударим его щупальцами. Карай ему нанесет, а Леонардо добьет. Все, мы его добили, волна вторая. Первый раз вижу красного клановца. Вообще как-то странно выглядит. Ладно, ок, мы его добили. И давайте уже начнем с этого. Блин, бедная Карай. Пора. На. Карай использует на нем. Та-дац. Эй, ты сейчас подуходишь, нет! Да, тац! Давайте уже добьем его там! Почему-то Лео самый медленный тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да не, я его убью, что он тут самый вредный. Я знаю его. Он в одной серии был. Мимо, черт возьми. Ну давайте убьем. Попробуем убить его щупальцами. Ой-ой-ой-ой-ой! А, я проиграл. Я говорю, я проиграю. Я проиграл. Да, я проиграл. Поражение. А я пока постараюсь найти. Блин. Чего найти-то тогда?